Много говорить, конечно, сейчас трудно, потому что в первую очередь, конечно, благодарен ребятам, команде, то, что мы завоевали 3 очка. Игра была очень боевая, нервозная. Видно было, что две команды не хотели уступать. По накалу была сильно такая хорошая игра. Немножко два разных стиля. Знаем, что как играет Буньоткор. Вот. Быстрая команда, хорошо, техничная, хорошо играет внизу. Пытались противопоставить этой игре свою игру. Считаю, что нам это удалось. И очень рад, что мы завоевали 3 очка. Очень важные 3 очка в такой боевой игре. Бір қал үшілікті ойнады, ғашу үмісіп өтті, ойын ақыр кеті өтті. Яны үші Қымайыдан ұзын пасырлан ойнап, олдың үшті бойы бана ойыншылығы ұзын пасырлан ойнады. Жүді көп бар өтіп кете берді, рақып. Герчі бір қал ойнай өткен елерге қарамай, бүнге чары топ алмады. Бұ қанчалік үші ұзақ машықлары самарасы, айнан манаш өсіп, қар үшті үштәсін біттәсі өтіп кете берді, ойыншылық өтіп кете берді. Наполовину, да, еще немножко. Команда, да, игра в одном стиле, длинный пас, и да. Соперник не мог создать правильное. Ну вот я поэтому уже и сказал, два разных мы хотели противопоставить той игре. Мы знаем, как играет Буньоткор. Еще раз повторюсь, техничная команда. Молодые ребята хорошо прессингуют, хорошая скорость внизу. Поэтому нам пришлось это противопоставить, думали. И вот сыграли именно в такой манере сегодня. Я считаю, что у нас получилось. В принципе, игра была равная, если так, по моментам. У нас были хорошие моменты в начале второго тайма, если вы помните. Потом в наши ворота тоже были пару моментов. Вот. Ну, вот, в целом, как сложилось, так сложилось. Я доволен. И самоотдача, то, что ребята сегодня по самоотдаче очень горели желанием сыграть, доказать. И молодые ребята, да, есть, конечно, у нас ошибки, проблемы, над которыми будем работать. Но в целом, то, что у нас команда сейчас возрождается, это большой плюс. И то, что мы снова, у нас коллектив, это тоже плюс. Вливание новых молодых ребят в команду очень радует. Мы много раз видели, что Ибрахим Каринхонов играет в роли правого, левого защиты. Он буквально вот вторую-третью игру, мы сегодня тоже момент такой, некогда было уже, да, у нас были проблемы в обороне, если вы видели, у нас сегодня Шухрат Мухаммади пропускал, были кое-какие перестановки, из-за этого у нас Гулам Хайдар играл справа, вот, поэтому были, и когда уже в конце уже у нас получил травму, даже не травму, судороги стали хватать у Камилова. Нужно было быстро принимать решение. Ну, решили Ганиханова, в принципе, на эту позицию, так как он у нас, в общем-то, левоногий, левша. Ну и выпустили сюда. Я хотел спросить про игру этот молодой центральный защитник Джалалудина. Он не очень длинный, но у него очень хороший пас. Я заметил, особенно длинный пас у него очень хороший получается. У нас? Это Джалалиев, у Джалалиддина. Джумабаев. Очень хороший, особенно длинный пас. Джумабаев Джалул. Да, ну он у нас вот от игры к игре прибавляет. Мы ему даем шанс играть. Он у нас несколько позиций может закрыть. В середине, справа. Наш воспитанник, наш игрок. Это радует, что наши, вот я вам еще скажу, что молодые футболисты вливаются в коллектив. Это очень радует. Есть у нас еще в резерве ребята, которые тоже должны вот-вот подходить. Но чтобы они заиграли, нужно, конечно, давать им больше шансов играть, больше игрового времени. Мы это стараемся делать, но сейчас команда тоже не в верхней части, в серединке. Нам за каждое очко мы боремся, стараемся.